очень тяжелое положение. Зима, холод, коронавирус. Поэтому, несмотря на сегодняшний мороз, самый холодный, мы все-таки приехали, надо отдать долг. Мы очень переживаем за людей, им нужна наша помощь, и чтобы они знали, что мы о них думаем. В рамках работы проекта «Волонтер» по инициативе Лутугинского территориального отделения МИР Луганщины, а также депутата Народного совета Луганской Народной Республики, сегодня волонтеры привезли вещи нуждающимся жителям Лутугинского района. Большое спасибо от имени всех жителей нашего поселка за ту помощь, которую они постоянно оказывают жителям нашего поселка.